Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. Начало второго в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник сегодня – общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю традиционно, что на сайте kirova.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. И если вы хотите задать вопрос Николаю Анатольевичу, то, пожалуйста, пишите. Есть несколько вопросов, я их чуть позже озвучу. Много тем сегодня у нас предстоит обсудить, но хочу я начать с темы, которая у нас сегодня звучала в первой половине дневного разворота. Любопытнейшая тема, накануне которой стало известно. Речь идет о том, чтобы в телеэфире, в дневном телеэфире, на наших российских каналах были запрещены сцены распития спиртного, как и в документальных, так и в художественных фильмах и во многих других передачах. Якобы все это должно пойти на пользу нации, и уровень потребления должен снизиться. Те специалисты, которые сегодня высказывали свое мнение в нашем эфире, в ходе разворота, они раскритиковали эту идею. Вы поддержите их критику или иной какой-то взгляд? Я критику полностью поддерживаю. Это бредовые идеи, какие у нас довольно часто бывают. Но это глупость, ну, абсолютная. То есть, на ваш взгляд, нисколько это не отвлечет людей от того, что вот пойти, взять стакан или иной, ну, это прибор и выпить? Если так пошутить, то это отвлечет монтажеров и так далее, которые вынуждены будут все это вырезать, отсматривать там и так далее. Это же целый аппарат ведь надо создавать. Кто будет отсматривать, кто будет резать это. У вас есть любимые фильмы, где как раз-таки сцены застолья присутствуют? Люди на кухне сидят. Нет. «Москва слезам не верит». Таких фильмов Конечно, конечно. Таких фильмов очень много, и там гармонично это все вписывается в сюжет, и поэтому цель-то была не показать пьянку. Хотя есть фильмы, не помню сейчас название, где именно пьянки показаны, но тоже, так сказать, художественно. Не кажется ли вам, что бредовость вот этих предложений в последнее время, ну, она уже начинает зашкаливать, или даже уже давно зашкаливает? Такие вбросы делаются постоянно. Ну, лет 15 точно. Как-то суть этих вбросов не очень-то понятно. А вы знаете, отвлечь, что ли, почему людей? Непонятно? Для меня отчасти понятно. Вот сидит какой-то депутат, вдруг он стал неизвестен, не слышен, надо ему показать себя, он вот такой бред пускает, и вдруг... То есть по принципу что-нибудь вякнуть, ляпнуть, и тогда заметят. Да, мне вот, и не только мне, а очень многим вот именно так кажется. И такое создается, наверное, уже ощущение, что умных-то людей в государстве не осталось. Все стремятся как-то вот обратить себя таким образом на себя внимание, эпатажем. Можно так сказать, да. Так что ждем смены Государственной Думы, чем быстрее, тем лучше. Смены Государственной Думы. Но это, кстати, предложение Центра разработки национальной алкогольной политики. Я не знал, что у нас существует до этого предложения именно такая структура. Нет, скорее всего, это кто-то из депутатов все равно пролоббировал это. Ну, давайте более на городских делах сосредоточимся. Сегодня такой день замечательный. Правда, говорят, ненадолго тепло к нам пришло. На следующей неделе уже снова похолодание. Вот заметили, да, что сегодня как-то город оживился, люди оживились, улыбаться начали. Раздеваться начали. На небо смотрят, на солнышко как-то уже тут более радостно приветствуют друг друга. Ну, городские дела, понятное дело, что у нас происходит. В последнее время стартовал ремонт дорог. Безопасные и качественные дороги, федеральная программа, которая рассчитана на 5 лет, и по итогам ремонта в этом году будет решаться вопрос, сколько денег нам выделять в следующем. Говорят, что больше, возможно, будет. А еще у нас есть программа ремонта дворов, а еще у нас есть программа обустройства парков и скверов. Еще программа по малым городам. Малым городам, да. Ну что, жизнь налаживается прям вот. Ну, люди. Нет, я бы так сколько не сказал. Всего, по всем фронтам мы пошли. А вот посмотрим результат, тогда уже скажем, налаживаться или нет. Потому что, ну, такие лозунги, такие работы, они уже были. Если вспомнить, там были дороги «Единой России», была программа, когда в Кирове очень много сделали дорог. «Дороги «Единой России», только «Единой России» больше никого, ничьи. Да, ну, на год хватило асфальта этого. Так что здесь вопросов очень много. И сейчас и ребята, вот общественники разбираются. И все выясняется, что больше-то вопросов таких и политических, и технологических. И очень много вопросов к самим дорожникам именно. Кстати, ваш двор в каком состоянии находится? Ну, двор более-менее, а вот тротуары собираетесь у меня... ли вы участвовать?
Да, у нас там делают, да, общественники занимаются. Двор более-менее. Вот тротуары у нас от Чёрса до Левитана. Я 4-й год бьюсь на всех уровнях, писал в прокуратуру везде. Бесполезно ничего. А там тротуар убит напрочь. Его просто как тротуар. То есть это грязь, лужи, конечно, в конечно, межсезонье. Да. Люди уж там досочки кладут там и так далее. Все это ужасно. Ну, я знаю, вы периодически... Дальше перекресток, да. Пугачёва и Некрасова. Да-да-да. В прошлом году делали. Сказать, да. Общественники смотрели. Но ночью под камеры все это делалось. Нынче все как не бывало. Ну, я знаю, вы не первый год уже выкладываете на свои страницы в соцсети вот фотографии именно этого перекрестка. И действительно, это какой-то вот заколдованный. Один из многих заколдованных. Конечно. Чуть подделали, через некоторое время уже все превращается. И я скажу больше, что по этим улицам, ну, метров 50 в ту другую сторону, там по перекрестку, нормально асфальт лежит, и ям нет ничего. А перекресток никак. Значит, надо капитально делать. Не халтурять, не латать, а капитально снять и сделать его. Время есть на то, чтобы самому пойти проконтролировать, там, присоединиться к региональной группе, или вы им там доверяете? Не, я им они более молодые, я более энергичные. Да, я им доверяю, они это делают нормально, у них получается. Так что пусть продолжают делать. Общаетесь ведь с ними, да? Общаюсь, конечно. Вам понятна вот их позиция? Понятно. Как контролеров? Она вас подкупает? Она подкупает, хотя там возникают уже некоторые вопросы. Когда эти контролеры пообщаются более активно с дорожниками или с горадминистрацией, то у них мнение так немножко меняется. Они уже говорят, так это вроде как и нормально. Нормально? Ну, чтобы, то есть как-то градус у них понижается, некоего недовольства, Твердости. Твердости такой нет. Ну, может быть... Город у нас такой вот, наверное, небольшой все-таки. Все мы у друг друга на виду. Ну, может. И как-то Шагулина критиковать, наверное, не слишком. Да кто его знает? Критике, может быть... Владимир, здесь не в критике, здесь в фактах. Вот это же перекресток. Да, в прошлом году залатали. Вот есть фото, вот видео есть, все. Нынче там одни ямы. Угу. Вот и все. О чем еще говорить? Угу. Но есть уверенность, что в этом году все-таки мы похвалим дорожников, когда посмотрим на результаты их работы и скажем, о, здорово, лучше намного стало и ездить, и ходить. Я не оптимистичен в этом вопросе. Если я их буду хвалить, то это только следующей весной. Ну, список подрядчиков наверняка видели, я видел. Те, которые будут видел, заниматься. Там знаю, есть, новые компании, и график весь. Да. Ну, в целом... Наш тротуар не попал. Тротуар не попал. А руководитель дирекции дорожного хозяйства Минкин говорил, что только проезжая часть будет ремонтироваться. Пока о тротуарах речи не идет. Ну, очень плохо. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это особое мнение общественника Николая Пехтина. У нас еще очень много тем. И буду... также озвучивать ваши вопросы, которые поступают на ихкирова.ру. На наш сайт есть уже, повторюсь, некоторые вопросы, и скоро их озвучу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. Николай Анатольевич, вот как раз-таки хочу озвучить вопрос, который есть на сайте хакирова.ру, и касается он дорог. Константин, так подписался наш слушатель, в Порошино кладут новый асфальт, он разрушается уже на следующий день. Что, дорожники не боятся? Рядом же временно исполняющий обязанности губернатора проживает. Я убедился, что дорожники вообще ничего не боятся. И не делают так, как делают. А это, очевидно, у них санкции, штрафы и все прочее. Ну, мизерные, их это устраивает. И поэтому... Никто им не указ. Да, дальше. Ну, логика-то очень простая. Они нынче сделали, а весной это все сошло. Значит, им снова работа, снова деньги. Ну как же гарантия есть, гарантийные сроки. Ну, они им тоже? Ну, мы видим, как, что горадминистрация, что прокуратура за гарантийные обязательства особо никто не спрашивал. А если бы гарантийные обязательства сделали такие, что этот участок полностью за их счет они переделывали, перекрывали, то, наверное, бы эффект был. Но тот же руководитель дирекции дорожного хозяйства недавно в нашем эфире заявил, что если некачественно будут, если это некачественные какие-то явления выявятся в ближайшее время, то денег не получат дороги. Не, ну видите, вот Константин уже заметил, что трещины. Ну, скорее всего, дальше будут получать деньги, будут дальше делать. Следующий вопрос от Елизаветы. Касается он городской власти, так называемого двоевластия. Есть глава администрации, он что-то приказывает, никто его не слушает, по мнению Елизаветы. А есть глава города, который как серая мышка, его не видно, не слышно. Кто же в городе главный-то? Желает она понять. Кто главный в городе, вы знаете? Вопрос в чем? Что такое главный?
по сути, вот если вот вчера у нас были посиделки, я ребятам рассказывал, если взять устав города Кирова, то у главы города, то бишь мэра, да, у него обязанности, полномочия буквально 2-3 абзаца. Написано. А у главы администрации 5-6 страниц. Несколько десятков там, насколько да. я помню. Да, больше гораздо там. То есть глава администрации за все отвечает. Он ответственность несет. Глава города, он чисто политический. Ленточку перерезать, речь толкнуть где-то. Ну и дальше продолжает Елизавета в своем вопросе. Может быть, ввести прямые выборы об этом... главы города? Мы об этом неоднократно говорили. Вы, по-моему, говорили, что вы всеми руками за. Нет, я даже письмо писал официальное на город депутатам. Они, значит, как бы приняли, что да, это письмо было принято, что да, согласны. И даже Быков мне говорил, что да, этот вопрос будем рассматривать. Но потом, очевидно, из Единой партии или Единой России или откуда-то пришло указание, и они этот вопрос удачно сплавили. И вот Елизавета завершает свой вопрос предложением, а может быть, не народ должен, не жители города должны решать, кто будет во главе города стоять, а глава региона назначать будет. Там вопрос сложный. Почему? Потому что что, если жители города будут избирать или глава региона, важен очень, я считаю, очень важен упрощенный механизм отзыва его. Если этого не будет, то грош цена всему этому. Угу. То есть граждане должны, если они недовольны, они буквально там подписи довольно быстро собрали и отправили его в отставку. И следующего? Искать. Следующий будет думать, да. А, то есть это для него будет такой опыт? Конечно, конечно. Предостережение, да. что если не будешь заниматься хорошо своей работой, то тебя быстренько с этой должности снимут. Конечно. А нынче у нас сейчас по уставу, если мне память не изменяет, по-моему, 5% от всех жителей, а не избирателей, от всех жителей надо собрать. А это очень много, это фактически нереально. Угу. Давайте еще про работу городской администрации поговорим. Александр Перескоков, градоначальник, продолжает запускать молнии в адрес подрядчиков и управляющих компаний. Вот сразу после 9 мая он заявил: включаю счетчик, господа, для вас. Остается месяц, чуть больше, до Дня города и Дня России. Много чего надо сделать, привести город в порядок. Мы на протяжении всей зимы и весны слушали такие увещевания, да. Что надо. Там 8 марта ставилась дата, потом позже 1 мая, 9 мая и так далее. Интересно вам за этим наблюдать? Нет. За этим диалогом главы администрации? Ну, отчасти забавно, да. Но дело в том, что когда молнии метают, то надо знать, какой будет эффект от этой молнии. И, во-вторых, очень важная функция — это контроль. А сделали, не сделали. И чтобы потом город сказал, да, мы вот метнули молнию вот туда, эффекта нет, вот мы имеем вот то. Или наоборот, эффект есть. То есть результат должен как-то. А, как правило, после метания молнии все забывают, и а что произошло? Как бы все молчат. В том числе, кстати, и СМИ, тут упреки СМИ. Но, кстати, не отслеживают. Да, кстати, ранее город-администрация ведь на недобросовестную управляющую компанию передавала материалы в прокуратуру. Что-то не слышно, как там продвигается. И продвигается ли вообще как-то разбирательство? Ну, нет, я пару слышал, там буквально мизерно, там 50-70 тысяч штрафов и все. И, наверное, управляющая компания? Да, и этим все заканчивалось. А-а-а. Ну вот видите, как все... Все как-то вот ну, система штрафов и наказаний у нас очень слабая. Очень слабая. А, кстати, это что, дорожники, вот то же самое. А, кстати, недавно ведь были введены поправки в федеральное законодательство, там персональная ответственность юридических лиц за плохое состояние дорог увеличивается. Вот пока что-то еще не было слышно, что здесь опять контроль. А кто контролировать будет, кто определяет, хороший или нехороший, кто это зафиксирует? Ставка в этом году в благоустройстве города, в украшении его, будет сделана на цветы. На цветы, да. На цветы. 100 тысяч квадратных метров цветников должно появиться. Разбили две клумбы, разбили, да. Одобряете? Больше цветов? Нет, цветы хорошо, нормально, это пусть делают. Просто специалисты ругают, что ставка на цветы однолетники делается, и огромные деньги, выбрасываемые здесь... найти культуры, которые переживут зиму и зацветут снова. Не, но если мы помним, как зимой выбирают снег, и когда по 2 метра на клумбу насыпают снега, то здесь, по-моему, никакие не выживут. Не спасутся от нашей вятской зимы. Нет. Никакие цветы, хорошо. А, да, кстати, вот упомянутые вами... Дело-то не в зиме, а дело в том, как убирают снег. Упомянутые вами клумбы-то возле здания город-администрации. Я когда рядом проезжал, как-то непривычно показалось. Непривычно, да, есть такое, но у меня другое, когда я увидел, что ее только еще начали выкапывать, у меня сразу мысль мелькнула, а зимой они снег-то куда будут сваливать? Раньше-то здесь горы снега в этом месте были. Да, да. Депутат, вот, кстати, Кировской гордумы Алексей Кузьмин предположил, что
появление этих клумб, оно ограничит возможность присутствия в данном месте для желающих выразить протест. Помните, у нас ведь неоднократно под стенами город-администрации приходят люди, а тут клумбы. Это не помешает. Нет. Не помешает. Да, там обычно собиралось 20-30-50 человек, там места предостаточно. То есть Николай Пихтин за цветы. Я за цветы, конечно. Чем больше цветов в городе, тем лучше. Конечно, нам приятнее. Давайте теперь перейдем к перестановкам, которые произошли недавно в городской администрации. Я имею в виду то, что Вячеслав Симаков ушел с должности руководителя управления благоустройства транспорта на должность, на пост главы теруправления по Первомайскому району. Михаил Долгополов сейчас руководит Октябрьским районом. Есть мнение, ну, одно из мнений, что человек, знакомый с благоустройством города, я имею в виду Симакова, сейчас будет как-то вот в районе, в Первомайском, ну, работать лучше в этом направлении. И хотя бы один из районов, он станет выглядеть лучше, облик его. Ну, будем надеяться. Я думаю, что да, Симаков, он профессионал. Думаю, что да, порядок наведет. Но, кстати, по Первомайскому району я отмечу интересную вещь, которую я заметил. Если где-то строители неправильно там что-то забор поставили, или неправильно траншею копают, или машину не грязно со стройки вывозят, так, то такие сообщения о наказании, об актах и так далее по Первомайскому району довольно регулярно идут. По другим районам тишина полнейшая. То есть я ни разу не слышал, чтобы наказали там кого-то, или вот сюжет сделали по Ленинскому району там, или Октябрьскому. По Первомайскому очень часто бывает. По Ленинскому я, пожалуй, одну информацию, один пример приведу. Уже неоднократно это было. Это стройка Слободозиновой. Это Ленинский район, может, единичный случай. А Первомайском очень часто бывает. Первомайская — это историческая часть города. Плюс они правильно информационно работают. То есть они показывают свою работу. Другие районы, может, тоже делают, но никто об этом не знает. А эти... Ну, кстати, есть и не слишком довольны тем, что Вячеслав Николаевич покинул пост руководителя управления. Все-таки много еще чего надо сделать и работать в Ну, надеемся, что в направлении благоустройства. Новый будет не хуже. На повышение его все-таки. Надеемся, что... Ну, я бы не назвал повышением это совсем как-то... А вообще начальники теруправления в областном центре, они вот в этой иерархии чиновников, они на каком месте у вас стоят? Ну, понятно, что они в статусе замглавы администрации, но вот конкретно, вот конкретика их работы, что они в первую очередь... Ну, у них, по сути, это как бы заложена эта работа, что называется, работа в полях. Это прямо вот с жителями работа непосредственно. Но фактически, насколько я знаю, там все решается в администрации города. И они только исполняют указания, а сами они ни вправо, ни влево ничего особо-то сделать не могут. Сходить, встречаться с людьми, выслушивать их проблемы, их чаяния, их предложения, информировать, в какой стадии, собственно, находится решение этих проблем. Это от руководителя очень здорово зависит. Это очень, очень здорово зависит, да. Я, кстати, вспомнил Ленинский район, когда Вершинин был. Он же Алексей Александрович. Да, он же постоянно везде бегал по всему району. Его, что за не, как ни мероприятие или еще что-то, постоянно на виду. Он ушел, тишина стала полная. Плохо. Я даже не знаю, кто сейчас глава администрации в Ленинском районе. Ленинский? Да. Сергей Александрович Торохов. Ну, вот его не видно, не слышно, работает он или нет. Так вы придите к нему на прием. Зачем? Если того я видел постоянно на улице города. Теруправление-то по поводу тротуара, кстати, тоже писали? Тоже писали. Обращался. Я помню, это было в 2014 году, я с Вершининым переговорил, он говорит, мы там ничего толком решить не можем, пиши в городадминистрацию, они, значит, спустят, как бы, тогда что-то будет. Ну, мне и спустили, что денег нет. И так вот до сих пор спускают уже третий год. Четвертый уже пошел. Казус, случившийся 2 мая в нашем городе, тоже хочу поинтересоваться вашей оценкой. Я имею в виду обрушение строящегося спорткомплекса на Воронцовой 102А. Казус, но это так мягко говоря, да, когда ветер подул, и частично рухнули две стены. Ну, сразу все вспомнили сказку «Три поросенка». Да. Строители, которые были в нашем эфире, сказали, что от ветра, в общем-то, стены-то падать не должны. Конечно. Не те времена. Крышу могло сорвать. Не средневековье. Но не стены. Да, там давно существует группа инициативных жителей соседнего дома, и они активно протестовали против этой стройки. Говорили о многочисленных нарушениях. Да, это, ну, по большому счету, это очень сузило их жизненное пространство. Я видел, там был проезд у них там такой образовался. Комплекс вообще не к месту. Да. А потом еще выяснилось, что там теплотрасса пролегает под этим комплексом, и застройщик обещал со временем, как или не знаю, перенести эту теплотрассу. Но это тоже колоссальная работа, колоссальные затраты.
Вот тут, у нас был, кстати, опрос, когда мы обсуждали, да, неоднократно обсуждали эту тему в эфире. Может быть, оставить этот недострой как памятник, не знаю, строительной человеческой, строительной чиновничьей глупости. Вот согласен. Арт-объект. Согласен полностью. Превратить полностью себе. Согласен. Кафешек туда, пусть люди ходят там, кофе пьют. И смотрят. Да, и смотрят. И инсталляцию сделать, подробную историю. Ну, в общем, ладно, не будем шутить. Не, ну, я считаю, не должно такого происходить. Конечно, не должно. Я считаю, вообще это не к месту было. И то, что его сдуло, ну, это смешно. И, кстати, до этого в апреле месяце некоторые СМИ писали, что там что-то странное творится, и что какая-то кладка кирпичей странная там, и так далее. Вы, но никто имеете, не обратил... вы имеете издание «Киров.ру», наверное. Да. 10 апреля там был материал, что у них в редакцию пришли люди и сказали, что ой-ой-ой, там да-да-да. Не все так хорошо и капитально, в любой момент может рухнуть, и вот это произошло. Да. Это было. Но никто не среагировал. И самое еще удивительное, несмотря на возгласы контролирующих органов о том, что мы будем проверять, как, да что, строители быстренько собрали это все, подняли, и из этого же материала, из этого же блока точно так же стенку выложили. Да, ждем следующий ветер. Ой, не хотелось бы. А вот представляете, достроят, да? Из того, что было, из того, что есть. А если там дети занимались? Так они, возможно, туда еще и пойдут ведь. Конечно. Сдать нужно к началу июня. Я не знаю, здесь и горадминистрация как-то пассивно на это все среагировала, и надзирающие органы, и прокуратура, и все прочие, как-то странно даже. Это особое мнение общественника Николая Пихтина. У нас середина часа, и сейчас должна быть небольшая реклама. Она сейчас будет, а мы продолжим через минуту. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Особое мнение сегодня высказывает общественник Николай Пихтин. Мы продолжаем. И следующий вопрос хочу связать вот с какой темой. Меня поразили меня эти данные. Речь идет о том, что члены Общероссийского народного фронта выявили, что полигоны, куда увозится снег из областного центра зимой, они не рекультивируются, администрация на них внимания никакого не обращает, и они постепенно в такие мертвые зоны превращаются. Был проведен химический анализ. Ядовитые. Да, был проведен химический анализ, оказывается, что в частности концентрация железа там превышена почти что в 100 раз, нефтепродуктов очень много, фосфаты в 1000 с лишним раз и так далее. Ну, это ведь чревато. Конечно, это чревато, это может однажды куда-то в речки попасть там и так далее. Но здесь назрел вопрос уже о том, что давно пора снег топить, делать установки, конечно. Снегоплавильные. Снегоплавильные. Говорят, передвижные есть. Да, каких много вариантов всяких. Могут ездить по городу и тут же. Да, вариантов очень много. Водичку превращать. Я, по-моему, говорил уже, я разговаривал на ТЭС-4, что у них как бы все условия есть для этого. Они говорят, нам заплатят, мы сделаем, проблемы нет. У них есть все для этого, и канализация, и очистка, и все. Угу. То есть очистные сооружения? Конечно. Тоже все... немаловажный вопрос. Конечно. Да. У них все это есть. А представляете, пройдет какое-то время, и там решат что-нибудь строить? Вот на этих местах, куда... Снег увозят. Ну, здесь город уже... Город расширяется здесь, постепенно. Кстати, насколько знаю, здесь и экологи, и активисты, они руку на пульсе держат и контролируют эти вопросы. Что очень странно, что в год экологии вот такие... Ну, год экологии — это условности такие. Условности. Конечно. Кто это сказал? Кто-то из умных людей. Если ты что-то хочешь погубить, то назови в честь этого год. Ну, типа да. Ага. На областной уровень предлагаю выйти. И да, напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте hakirovo.ru вы можете задавать вопросы. На областной уровень выхожу. И вот о чем. Пользователи сети горячо обсуждают появление изображения Игоря Васильева на многочисленных рекламных конструкциях. Да. Говорят, по области уже много было. Я просто давно в область не выезжал. Но я видел фотографии. Его изображение на странице губернской газеты. Вот я для начала хочу попросить вас пояснить ситуацию с этим изданием. Вы как человек журналистикой занимаетесь и занимались очень активно. Вы видели саму эту газету? Нет, эту газету никто не видел. Никто не видел. Нет. Да. Я пробовал искать в регистрации, как СМИ, такого я не нашел. Нет, я имею в виду, в руках держали. Нет, конечно. Нет, уже ясно, что там нет выходных данных. Имеется в виду... Выходных данных. Нет, там есть хитрые ходы, что это можно сделать как бюллетень выпускать. Бюллетень? В случае, да. Что такое бюллетень?
Просто информационный материал такой. Да, он может выпускаться. Значит, основное отличие СМИ или не СМИ — это периодичность. Если периодичность не указана, значит, как бы это уже не СМИ. Это первое. А второе, они, скорее всего, от номера к номеру, так скажем, будут менять название. Соответственно, это... как бы периодики нет, значит, и СМИ нет под законом. Ну, уже факта есть, да? Сначала это были губернские... Ну, это своеобразное введение заблуждений, губернская газета, потом это что, губернские новости были? Да, вот второй ведь уже вышел. Да. Губернские новости. Ну, я считаю, это введение заблуждения. Хотя там на плакатах юристы уже написали в прокуратуру письмо, там второе заблуждение было, что написано губернатор, но он не губернатор, глава. Он врел. Там нет, там написано глава Кировской области, да, хотя юридически он временно исполняющий обязанности. Да. Это серьезное нарушение. Это, конечно. Да. Конечно. Это введение в заблуждение чистой воды. Ну и знаменитая фотография в интернете, когда вот этот большой билборд на фоне... утопающие в грязи местности. Там, знаете, что прикольно произошло? Когда вот я первый раз билборд опубликовали с грязью, вот это там разрушено что-то, типа... Ну, забор или был забор, там, остатки чего-то, да. После этого через неделю прошла фотография, что вроде прибрались. Но я себя поймал... Или отфотошопили? Нет, нет, якобы прибрались, будем верить. Я не ездил на это место, но я себя поймал на мысли, что вот эту прибранную фотографию, если первый раз опубликовали бы, то был эффект тот же самый. То все равно прибрались так, что как будто и не прибрано. Любопытный момент, да. Все равно грязь, все равно заборчик этот кривой, косой там и так далее. Пыль сдули, и все. Ну вот эта вот история, которая, видимо, будет развиваться и с газетой, и с появлением этих огромных рекламных щитов, она повышает ваше доверие к главе региона? Временно исполняющим обязанностях. Нет, не создается ощущение, что где-то вы это уже видели, на меня точно, читали об этом? На меня точно не действует. Ну, а вот на жителей, на простых, это действует. Действует. Да. То есть, когда тебе показывают... На простых, особенно, да, особенно в районах. И вот молодежь, которая, допустим, только пойдут голосовать и так далее, они на это обращают внимание. Обращают внимание, на ваш взгляд. Да, на них действует это. То есть у них нет других каналов, возможно, получения информации? Альтернативы-то нет. Посмотрите, только газета, только телевизор, да, и только вот эта реклама. Конечно. Угу. А вот этот заголовок, который присутствует в этом издании, «Основная цель — навести элементарный порядок». Вот вы как себе представляете вообще... навести элементарный порядок. Что для вас это значит? Что для вас порядок? Во-первых, на уровне области. Во-первых, непонятно в чем, в какой отрасли. В принципе, во многих отраслях надо наводить элементарный порядок. В принципе, порядок. Или вот конкретно разбивать на подтемы, под отрасли какие-то. Ну, это лукавый лозунг такой, как бы общий. Да, вроде бы. На меня, опять же, никак не действует. В первую очередь, мы с вами много раз говорили, для меня один из элементов элементарного порядка — это отсутствие грязи в городе, которая до сих пор как была, так и осталась. Снег, если мы вспомним зиму нынче, он вообще не вывозился. И сугробы мы не увидели, что он вывозится, хотя чиновники отчитывали, что они... положенное количество снега, они вывезли эти несчастные 350 тысяч кубометров. Ну, я цифры называл, да. Там по городу снега в обычную зиму нападает порядка 900 до миллиона кубов, а вывезли 300, так что треть даже не вывезли. Это только с дорог, так, не считая тротуары. Так, еще в чем порядок? Ну, порядок в том, что вот написал заявление, чем-то недоволен, и тебе ответили... Это его ж аргументированно... Нет, это лукавый лозунг такой, вообще ни о чем. Порядок, в принципе... Опять же, он действует на кого-то, на бабушек на каких-то подействует, на молодежь на какую-то подействует. Видите, вот человек собрался и порядок наводить. То есть, в чем порядок, в чем конкретно... То есть, ассоциацию бабушек, видимо, с каким-то железной рукой. Да. С новой метлой, которая сейчас тут все приберет, как по щучьему велению. Да, сейчас губернатор придет, стукнет кулаком, и все исправится. Немного о теме губернаторских выборов. Тут буквально на днях стало известно имя еще одного кандидата, за которого определенное количество, может, проголосует, может, не проголосует. Это Николай Барсуков, руководитель Кировского отделения партии «Коммунисты России». И вот сейчас у нас, получается, 4 кандидата, которые официально сообщили, да, о своем выдвижении. Плюс... А вот где они официально сообщили? Я сегодня в Фейсбуке задал этот вопрос. Ребята, а где? Еще выборы не объявлены. И они где, как заявили-то? Ну, вот про Черкасова точно знаю. Он у нас в эфире об этом сказал. Ну, это первое заявление официальным.
Он сказал, да. Потому что выборы-то еще нет. Да, пойду. Еще выборы не объявлены. Ну хорошо, тогда не... Хорошо, будем считать. Ну, потенциально. Неофициально будем принимать эту информацию. Потенциально. Вот четверка, да, вот четверка. Черкасов, Мамаев, Барсуков и временно исполняющий обязанности Васильев. Как вам такая компания? Ну, Черкасов, Мамаев, это ожидаемо было. Ожидаемо, да. Даже, как говорят, бабки не ходили. Черкасов в 2014 году участвовал в выборах. Да. Набрал 7 с небольшим процентом. Я знаю, да. 7 с небольшим процентом. Что касается Барсукова, мне кажется, у него шансов абсолютно нет. И мне кажется, еще появятся 3-4 человека на выборах. 3-4 еще человека? Да. Появится. Может, укажете сейчас прямо вот в эфире? Нет, я не укажу. Зовете конкретную фамилию? Нет. Или, может быть, намекнете на отрасль его деятельности, на сферу его деятельности? Нет, пока не намекну. Местные? Есть у меня свое представление об этом. У меня вообще отдельная точка зрения на эти выборы. Мне кажется, и сам Васильев не пойдет на выборы. Или пойдет, выберется, снимется, а потом вместо него будет другой, вот из 3-4. То есть опять временно исполняющий, что ли, обязанности? Нет, он может перед самими выборами себя снять. С выборов. Ага. По здоровью, там еще что-то. Ага. Там масса есть вариантов. Извините, передумал сказать. И кто-то из 3-4, да, резко толкнут его, и он пройдет. Что-то я не припомню такую схему, чтобы она реализовывалась. Почему? Такое. Или бывает? Почему? Есть на памяти у вас? Это бывало. Это в других регионах. У нас в Кирове не было, а в других регионах бывало. Ага. И, кстати, да, вопрос от слушателя, тоже касающийся темы главы региона. Вот сегодня, кстати, да, коллеги наши сообщали о том, что в 5 регионах, по-моему, снижена планка по явке. Слышали, да, об этом? Да-да. Из-за того, что, возможно, с местными элитами там не нашли общего контакта или что-то еще не так пошло. Вот как раз-таки Виталий спрашивает по этому поводу у вас. Как можете прокомментировать, выиграет ли временно исполняющий обязанности выборы или вообще он не хочет идти на них? Ну, вы сказали уже, в принципе. Нет, то, что явка снижена, да. Я считаю, она и была и так низкой, что недопустимо. Я считаю, это вообще неправильно. Явка должна быть довольно высокая, обозначена. Если же народ не явился, значит, федеральная власть, во всяком случае, должна принять какие-то меры к региону, что, значит, есть что-то ненормально. А так, ну, давайте 2% сделаем, придет там 300 человек, и как бы выбрали. Ну, это неправильно. Это очень узкий пласт населения, получается. Это уже не выборы, наверное. Это уже не выборы, да. Что касается демографии в нашем регионе, невеселый прогноз тут Росстат выдал. Ожидается, что к 2036 году население Кировской области сократится, это что получается, на 160 тысяч человек, да? Ну, с 1 300 000 до 1 140 000 человек. Ну, на 110 где-то примерно. На 110. Да. Всего лишь за 20 лет получается, ну, 19, да? И в то же время нам обещают повышение продолжительности жизни. Знаете, как, ну, это не совсем связано, да. Но, вы знаете, честно говоря, грустно от этого. Что, из области-то уезжают люди. Ну и естественная убыль, конечно. Я, кстати, когда рождается меньше, чем... По-моему, говорил, как бы здесь надо вектор менять. А у нас постоянно, и я сам лично участвовал в нескольких мероприятий, где обсуждали тему, почему народ уезжает из области. Uh-huh. Я пришел к выводу, что надо тему переформатировать полностью, на 100 градусов перевернуть, и ставить вопрос, почему к нам не приезжают. Мне кажется, это интереснее вопрос, uh-huh. и гораздо шире. Почему к нам не приезжают люди? Что их сюда не заманивает? Кому вы предлагаете обсудить эти вопросы? В первую очередь общественникам, естественно, обсудить, а администрации вот этот вектор сменить. И что нужно сделать, чтобы люди сюда приезжали? Вариантов может быть много, но, честно говоря, учитывая нынешнюю, так скажем, политическую обстановку вот у нас в Кировской области, у меня шансов никаких нет, и я считаю, что, скорее всего, этот прогноз будет. Ну, по поводу уезда из нашего региона, умные люди говорят, что не надо запрещать молодым уезжать, получать опыт, образование, надо делать так, чтобы у них было желание вернуться, чтобы они видели перспективы дальнейшей жизни. Надо заманивать, чтобы они возвращались, конечно. Конечно. Вот такой подход, на ваш взгляд, да? Да, это будет правильно. Интересное предложение сделал депутат Кировской гордумы Алексей Кузьмин. Он по принципу дальнего восточного гектара предложил абсолютно бесплатно любому желающему гектар земли, который раньше возделывалась, и сейчас запустела, выдавать любому желающему в нашем регионе. Это как раз в предыдущей теме. Да, вот Алексей уверен, что приезжали люди сюда. Алексей уверен, что народ захочет поехать из города, жить в сельской местности. И кроме того, из других регионов могут подтянуться сюда.
Это как раз вот к этому и идет. Единственное, что здесь по этому гектару, я руками за двумя. Единственное, что мне кажется, нужно сделать от 1 до 3 или до 5. Потому что гектар маловато для вас. Маловато, да. И ради бога, и пусть люди делают. Вы бы где гектарчик, Николай Анатольевич? Не, я... Присвоили. Не, я, скорее всего, не стал бы это делать. А вот, может, дети мои, еще кто-то, родственники, они могли бы это сделать, да, вполне. А почему бы нет? И мне кажется, здесь единственное, что должно быть, что к этому гектару должны быть коммуникации, дорога должна быть более-менее. И свет, и газ. Ах, иначе как? Это большая проблема, конечно. И незаболоченная территория, потому что мы знаем случаи, уже я читал, когда на Дальнем Востоке там отдают такие заболоченные территории, что ну, там ничего не сделать. Ну, помните историю, когда у нас... И у нас в области был региональный материнский капитал, да, вводился, да, когда за третьего ребенка уже полагалось, там, сколько, 300 кубов леса и, собственно, возможность построить частный дом. Ну, вот сколько там было недовольства? Кому-то дали в хорошем местечке, кому-то в болоте. В болоте, да? Конечно. Да. Вот это уже отношение, как власть наша сработает. Последний вопрос. Приближается праймерис «Единой России», и вот в эти выходные состоятся последние дебаты накануне праймерис. Интересны вам вообще эти дебаты? Не, не интересно. Не следите? Да, я косвенно слежу. А ведь почти полторы сотни человек заявились на участие в праймерис. Не, ну это внутреннее дело партии. Пусть они проводят, как они проведут. Хотя там, я насколько слышал, знаю, так, ну, довольно заорганизованное все. И нам вот с вами, допустим, просто так туда прийти и там вопрос задать уже... Не получится? Проблемно, конечно. Чтобы бояться впасть в ступор, что ли, от вопроса? Ну, похоже, да. Мы в ступор впадать не будем. Ну, там такое одобрямс требуется, что... В общем, процедура такая для вас мало любопытная. Единственное, что вот мы вчера, кстати, вот как раз с общественниками встречались. Интересно было бы, если бы и другие партии проводили такие праймерис, а потом общественность организовала бы и провела бы межпартийный. Вот это было бы интересно. Николай Пихтин, общественник, это его особое мнение, и оно уже завершается. Всего доброго. Вам еще. Да, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.